Просто по принципу всех на всех армянская сторона освободила, вернула Азербайджану всех азербайджанских военнопленных. Мы считаем, что, как уже министр Лавров сказал, Азербайджан также со своей стороны должен вернуть всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц не только во имя выполнения своих обязательств по положениям заявления от 9 ноября, но и еще для того, чтобы создать атмосферу взаимного доверия, и при этой атмосфере уже можно приступить к дальнейшим процессам обсуждения, уже, конечно, урегулирования всех вопросов. Что касается предыдущего вопроса, если можно также, то Армения неоднократно заявляла, что мы готовы и мы видим только урегулирование только через мирные переговоры, так что мы готовы к встрече. Пожалуйста, телекомпания «Мир».